Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества поддерживается многими нашими партнерами, в том числе и Азиатским банком развития. Об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, выступая на заседании программы ЦАРЕЦ в условиях пандемии COVID-19. Выводы и пути развития в рамках 53-го ежегодного собрания Совета руководителей АБР. Мы будем надеяться, что в Азербайджане, особенно в этот трудный период, найдутся способы развития торговли. Выступивший на заседании заместитель министра экономики Азербайджана Равшан Наджаф рассказал о дальнейших планах сотрудничества со странами ЦАРЭЦ. Я бы хотел подчеркнуть роль цифровизации в условиях сложившейся ситуации, которая продемонстрировала нам еще раз, что в наше время новые технологии и инновации – это не просто инструмент, а важнейший элемент критически значительной инфраструктуры. На заседании состоялся обмен мнениями о поощрении регионального сотрудничества в период пандемии, об увеличении товарооборота между странами-членами, упрощении погранично-таможенных процедур и поддержке развития в постпандемический период. Сабир Ализаде, CBC.